Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится видеорегистратор NextBase 622GW. И сейчас мы разберемся, как данный девайс подключить к телефону через приложение My NextBase Connect. Итак, для начала мы открываем приложение. Я его уже скачал с Play Market. Точно так же вы его можете скачать и на iPhone. Нажимаем согласие, нажимаем continue, next, выбираем модель нашей камеры, нажимаем grant permission и нажимаем разрешить, disable app hibernation. Здесь у нас в уведомлениях показывают все уведомления, хорошо. Разрешение. Вот, отозвем, выключим эту функцию отзыва разрешений, хранилище и кэш. Здесь все нормально. Мобильный интернет и Wi-Fi. Неограниченная передача. Дополнительно здесь, в принципе, больше ничего нет. Хорошо. Continue. Allow location info при использовании приложения. То есть даем разрешение на то, чтобы использовать геолокацию. И теперь на нашей камере. Открываем настройки в левом верхнем углу. Открываем Connect Apps и My NextBase. Setup Phone. Появляется наша камера здесь. Мы ее открываем, нажимаем установить соединение подключения на всплывающем окне, нажимаем добавить. На этом все, мы успешно подключены, нажимаем continue и skip setup. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!